Помогите! Погремок! Он меня вымораживает. Чё не так, Хьюи? Я пригласил Кецкватля на ланч. Сначала, значит, он не понимал, что такое суп. Затем он попросил себе василёк и просто сидел и лизал его. Со своего носа. Ну а самое худшее — это погремок. Я нервный, на стрёме и не знаю почему. Он делает это, чтобы напугать меня! Он делает это, потому что он гремучая змея. Но больше он меня не напугает. У меня есть свои прикольчики. Уэй-уэй, Койотль, хватит доставать его! А? Эх, чем бы дитя не тешилось. В этот раз я его достану! Да кто бы спорил. Так, почему у Уэй-Уэй Котля к хвосту камешки привязаны, а? Погремок Кицелькатля напугал, и он решил сделать себе такой же, чтобы напугать его в ответ. А-а-а! Погодь, чё? Да не знаю я! Я не понимаю суп! Положи цветочек мне на нос! Ой, всё-всё! Не смейся! Ладно, прости. Озвучено командой Shuttle 311K в 2015-2018 годах.